Не просто теоретичные разваги и сухая информация. Магчимость оценить науковый плен у его прикладным выражением. Вот что было самым интересным у семинары, які, напевно, больше докладно можно назвать экскурсией. Почали с Института лесу, где уникальной наукоемистой является кожная лаборатория. Например, тут грунтовно занимаются новым накерунком у развития белорусской экономики – промысловым выращиванием грибов. Технология, дякуючи якой отримливают экологично чистую продукцию, недавно была представлена на выставе у Лані. Одна з задач на будущее – затекавить у супрацовництве фармацевтичную галину Беларуси. Разом можно створать препараты, которые здольны умацовывать иммунитет. А у этой лаборатории, дякуючи применению биотехнологичных методов, вырошивать клонированные древы – осины, тополи, берозы, сосны, ясени, дубы. Каштовные породы для древоопрацовчей вытворчести. С одного клону можно отримать до 10 тысяч саджанцев. Процесс скрупулезный, але у будущем породы будут иметь только высокоякостную драунину. Для этого в институте глобально занимаются вывучением генетики древ и рослин, устойливых до шкодников альбо негативного уплыву навокольного осяроддя. Вот такая геномная машина, якая каштует около 130 тысяч долларов, одночасово может распознать до 30 тысяч генов. В этом году мне был выделен персональный грант на проведение научных исследований, связанных с повышением устойчивости лесных древесных растений к различным заболеваниям и внешним факторам. Как вы знаете, эти свойства зачастую генетически обусловлены и передаются по наследству. Поэтому, используя наши методы, мы можем проводить раннюю диагностику и отбирать те растения, которые в будущем будут более устойчивы к различным видам заболеваний, даже к тем заболеваниям, которые к нам скоро должны прийти. Как вы знаете, в связи с изменением климата к нам приходят новые болезни, новые вредители, и вот нам надо уже заранее выявить те растения, которые были бы уже готовы к данной проблеме. Наступный объект – лаборатория практичного навучання Гомельского державного медицинского университета. Вот это учебные модули, кошт яких вагается от 10 до 18 тысяч долларов. Симуляторы вельми подобные на людей. Тут теоретичные веды проверяются на практике. Модули реагуют на все манипуляции. От инъекции до лапароскопичной операции абсолютно реально. Компьютерная программа фиксует любую помылку студентов. Покуль от этого залежит только от знака. А в будущем – житё человека. На тренажере сердечно-легочной реанимации студенты отрабатывают расширенные навыки по СЛР, сердечно-легочной реанимации, в ходе которых они оценивают исходное состояние пациента, они это могут видеть на мониторе, принимают решение, как и каким образом будут оказывать медицинскую помощь, и непосредственно ее выполняют. Основная тенденция развития белорусской науки – прикладный характер распрацовок. Все, на что выдатковываются гроши и тратятся интеллектуальные силы, повинны приносить корысть экономице. Словы, не реализованные у справе, каштуют мало. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».